Что Бог благословил этот вечер, и мы вновь в Доме Господнем, и можем благодарить нашего Господа, можем иметь общение с Ним. Братья и сестры, мы видим, как мы видим у воскресной школы и рождественская программа, то для нас это особое благословение, братья и сестры, потому что Рождество Христово это для нас не повод есть и пить, как у некоторых, но для нас это повод еще раз благодарить Бога, чтобы мы вспомнили, где мы были, кем мы были, и благодаря Иисусу Христу, где мы сейчас есть. Слава Богу, братья и сестры, за это. Поэтому и мы непрестанно будем благодарить, что мы служим живому Богу, который живой и истинный, который полон всякого благословения. Об этом мы встречаем в Слове Божьем. Пророки пророчествовали, что каким будет тот Мессия, тот, который даст избавление народу, братья и сестры. Я прочту пару стихов из книги пророка Исаия, 11 глава, с 1 стиха, здесь пару стихов. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразить землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Вот мы прочли вот это место, братья и сестры. И здесь пророк Исаия описывает, мы видим, говорит то, что Бог открыл ему об Иисусе Христе, который, когда придет время, придет на эту землю, каким он будет, чем он, кем он будет исполнен, что от него будет исходить, братья и сестры. Мы видим, что наш Бог, Он пришел на эту землю кроткий, смиренный, но вместе с тем Он есть праведный, сильный, истинный. Мы видим, братья и сестры, когда исследуем Слово Божие, в Откровении написано, что когда придет Антихрист, что чем он будет исполнен? Гордости, надменности, мы видим всякой неправды. И мы видим, братья и сестры, и народ будет верить ему, примет его за то, что в свое время не приняли того, который пришел на эту землю, не имел ни вида, ни величия, но вместе с тем он имел то благословение, которое он мог дать людям. И он, мы видим, как он ходил на этой земле. Он был достоин, что его славили. Ему говорили, учитель благи. А он говорит, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Отец. Поэтому и мы служим живому и благому Богу, братья и сестры, который в свое время явился, в свое время принес то искупление, принес то прощение, братья и сестры, от которого многие отказались. Но мы видим, что в то время и многие ждали, братья и сестры, ждали того избавления. Некоторые ждали избавления от иго римского, но некоторые ждали того благословения. Когда мы читаем Новый Завет, то встречаем о старце Симеоне. Также мы видим, встречаем слова Евангелия от Луки о одной личности. Я прочту Евангелие от Луки, 2 глава. Здесь есть также пророчица Анна. И вот я прочту пару, даже три стиха. И тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подошедшей, славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Мы видим, кому она говорила? Тем, которые ожидали. Были те, которые ожидали, братья и сестры, а были и те, которые не ожидали. Потому что, когда пришли волхвы,
И направились, мы видим, в дворец к Ироду, и спросили об младенце, об царе, то, что в Евангелии от Матфея написано, что встревожился весь Иерусалим. Они встревожились, они не ждали. А вот здесь мы видим, что это пророчество, она ждала. Симеон, мы видим, праведный старец, он ждал. Также мы, когда исследуем Писание, встречаем, то многие ждали этого царства, которое принесет Иисус Христос. Даже когда Иисуса Христа распяли, то мы видим, то я прочту два стиха, 23 глава, 23 глава, 50 и 51 стих. Здесь написано об Иосифе. Я прочту. «Тогда был некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и праведный, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, из Аримафеи, города иудейского, ожидавший также Царство Божие». Вот мы видим, братья и сестры, он тоже ожидал. Многие ожидали, братья и сестры. Но мы видим, что и многие не ожидали, были беспечны, были равнодушны, о многом другом заботились, но не заботились о том, чтобы иметь мир с Богом. Поэтому, братья и сестры, что мы видим из Слова Божия, что когда пришел Иисус Христос, то Его первое пришествие многих заставило врасплох. Как бы не были их сердца готовы. Как написано, пришел к своим, и свои не приняли Его. Но мы видим в Евангелии, встречаем также послание евреям, написано об еще одном пришествии нашего Господа Иисуса Христа, который придет взять готовых. И мы можем поработать над самим собой, чтобы нас вот это пришествие Господа нашего Иисуса Христа за церковь не застало врасплох, чтобы мы были из числа мудрых дев, чтобы мы были готовы встречать нашего Господа как Спасителя, а не как Судью, чтобы мы наполнили наши сосуды маслом, чтобы светильники наши были горящие, чтобы чресла наши были припоясаны, братья и сестры, чтобы нам получить то благословение, потому что Иисус Христос принес благословение для своего народа, принес избавление. И мы видим, что вместо того, чтобы благодарить Бога за это, они кричали: «Распни Его!» Мы видим, что кровь Его на нас и на детях наших, что исходило из уст этого народа, который, мы видим, должен был получить то благословение. И также мы ожидаем нашего Господа, и мы видим то благословение, которое приготовил Иисус Христос на небесах для Церкви Своей, чтобы мы могли получить, чтобы мы могли иметь участие вместе с нашим Господом. Да будет Ему слава, а сейчас будем молиться. Аминь. Благослови нас, Дух Святой, Бог живой, Бог силы, Бог надежды, Бог могущества, Бог вечной правды любви. Благослови эти сердца, чтобы, Господи, рождение Твое, чтобы свидетельство Твое, чтобы сила Твоя, она пришла к нам в каждом жизни, чтобы в надежде утешения, уповании на Тебя, могли идти за Тобой твердо, хребеты лебедейка, и радоваться и утешаться, карманы лебедейка. Мир балаламы лебедейка. Ребята, 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 ребята,
Господи Боже, слава и благодарность за любовь и милость. Благодарим Тебя, Боже, за Твою великую любовь и милость, что Ты так возлюбил нас и в свое время послал Сына Своего, Господи, Ава Отче. Хвала Тебе, Господи, и что мы также имеем, Боже, то благословение, Господи, аллилуйя, иметь общение с Тобой, быть Твоими детьми, Ава Отче. Боже, как предстоим перед Тобой, просим Тебя, благослови нас, помоги нам, Боже, не быть слышателем забывчивыми, Господи, но исполнителем слова, помоги, Господи, помоги, Боже, дойти до неба и войти вратами, Господи, Ава Отче, благослови нас, детей наших, церковь Твою благослови, Боже, помоги, чтобы, Господи, быть в числе мудрых дев, Ава Отче, наполняй сосуды нашим маслом, Господи, помоги, благослови все служения надали. Боже, благослови большую программу, Господи, которую мы воскресная школа, Господи, дабы все было для славы Твоей, Боже, слава Тебе, и Ты будь на этом месте. Также посети тех, которые не могут быть сейчас, больные, Господи, Ава Отче, посети народ Твой, Господи, благодарим за здоровье, за милость, Господи, за благоприятное время. Благодарим Тебя, Господи, слава Тебе. Да будет во всем хвала, благодарность, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Бог на землю к нам явился и зажег.
пошла сего звезда, пастухов стада пасущих свет великий осиял. И тогда, идя в пещере, каждый Бога прославлял. Гори, звезда, всегда гори, и светом новым озари все, кто блуждает в темноте, пусть весть услышат о Христе. Yeah.